Надежда на побег Уэйда от Джека. Уйдя от Джека, Итан получает еще один телефонный звонок от Зои. По ее словам, путь на свободу лежит через центральный вход. Окей, добро пожаловать в игровую комнату, мы продолжаем. Нюхать носки какого-то старого пердуна. Пытаемся выбраться из интересного места. Так, монеты универсальные, какие-то монеты универсальные. И все в этом духе. Так, вроде как мы старичка замочили, по идее. Он, по крайней мере, сейчас должен быть в отключке. Ну, как я знаю, это паскуда еще та живучая тварь. Зараза, эта фигня еще и закрывается. Стреляй в меня, стреляй. Да-да, я помню тебя, гнида. Тут еще один был. Не знаю, для чего они. Парочку уничтожу, не знаю, где там еще были. Да и фиг с ним. Древняя монетка. Отлично. Только что кто-то что ударил. Ага. Отвечу, но чуть попозже. Сначала хочу посмотреть. Тут ключ нужен. Опа, маятник. За 2 года пропали без вести более 20 человек. Капитан Хауэлл из полиции штата сообщил репортерам о наличии поисков Хелли Миткиф, студентки колледжа из Северной Каролины, которая направлялась в Луизиану. Последний раз ее видели вечером 21 числа этого месяца. Последние 2 года резко возросло количество сообщений о пропаже людей на юге Луизианы. Большинство пропавших туристы или бродяги. Считается, что уже пропало не менее 20 человек. Полиция подозревает, что они убиты и считают, что это случаи могут быть взаимосвязаны. Разработаны планы по выделению дополнительных следователей и проведению дознаний на местах. Алиса Эшкрафт. Эшкрафт. 19 января 2016 года. Ну, так вот. Нет, у меня тут ничего нет, чтобы поставить. Картина под названием «Охотник в небесах». На ней изображена собака, которая смотрит вверх и лает. Почему это, блин, пропадает так быстро? Да, любят они тут чипсы, шмипсы, крекеры. Или я зря пропустил? Алло? Наверное, все же зря не ответил. Так. Ага, надо 3 головы. Что у меня тут с этим? Опа, гостиная. Понятно, там были часы, которые можно для этого использовать. Ну, там не отсутствовали маятник. Так, я так понял, это как в первой части дверь закроется. Ну, логично, дверь закроется и до свидос. А фонарь есть? Параметры. Нет, он автоматически, видать, запускается. Так, я понял.
Алло? Матане. Так, учим японский, ребята. Окей. До свидания. Матане, матане. Чёртова старуха, блин. Карга сраная опять здесь. Тупо наблюдает. Ты чё тут сидишь, а? Карга, ты сраная, блин. Ты, блин, стрёмная. Ты чё? А если ножиком тебе пырнуть, а? Не. Не, стрёмно её тыкнуть, а вось она меня, блин, превратится в какую-нибудь чупакабру и меня, блин, сразу сожрёт. Ну его нафиг. Стремаюсь как-то. Эвелин, 2 января, 2 мая 2014 года. Студентка, что ли? Так, ну у меня тут ключи нужны какие-то. Блин, как интересно избавиться от этой пятна в крови. Я же вроде похилялся. А, во. А, то есть я не все же не до конца захилялся. Теперь я полностью вылечился. Это что только что было? Опа, ружье. В этой комнате есть дробовик, но мне его не открыть, нужен ключ со скорпионами. О май, о май. Смотрите, ничего себе. Откуда у них такое? Маргарита, перемести мерзкого хиппи, которого мы поймали из зала, в зону обработки. Окей, какой-то хиппи. А, во. Майя. Октября. Сообщает о надвигающейся буре. Несколько лет назад мне пришлось потрудиться, чтобы устранить последствия бури. Наверное, надо укрепить окна и упрочнить крышу. Может быть, Лукас мне подсобит. Вода наконец-то сошла. 9 октября. Наш основной дом не пострадал, а вот старый дом сильно поврежден. Лукас все не умется насчет большого корабля, который выбросило в проток реки. Если это правда, надо бы сообщить в округ. Завтра пойду и сам посмотрю. Какой-то, блин, какой-то корабль выбросило в речке.
Так. Опа, первая голова. Только у меня эксплозита нету. Дорого-богато, шампанское. Какие-то экстравагантные, ну, точнее, экзотические фрукты.何を言っても信じてもらえないだろうけど、あんなことがあったし、ひどいことをした。でもこれだけは信じて、あれは私じゃないの。何が起きたのかは分からないけど、伝えたいことがたくさんあるのよ。そこにいたのかい、肝を冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。また捕まるわけにはいかない。 Прикольно, теперь я оператор. Ну, за Винтер сыграю. いい加減にしたらどうだい。これ以上あんたの遊びに付き合うのはもううんざりだよ、お嬢ちゃん。隠れなきゃ、隠れなきゃ。どうして私を困らせようとするんだい。一体何が気に入らないっていうんだ。家に招き入れてやって食事まで与えた。どうしてこそこそ逃げ回るのさ。いいかい、この力は授かり物だよ。 Так а что делать-то? Надо было за дверь спрятаться, что ли? Блин! Жопа! Надо было за дверь спрятаться. Да, походу на то. Вы не справились, лузеры! Да, надо было тут спрятаться. Наверное. И что же они хотят сделать вдвоем?
с Винтерсом. Две извращенки. Сейчас она тут пройдет однозначно. Куда надо же, блин. あの子はね、お前を愛してて家族になってほしいって。それなのに、お前は、おとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。 Да-да-да-да-да. Пошли вы в сраку. Так, окей. Похоже, это деталь от чего-то. What the fuck? Блин, старая карга, блин. Итан,
Старая извращенка, блин, утащила бедную Жень девушку. Так, главное, чтобы пока Мисс не смотрел, Итан, пока Мисс не смотрел видео, сзади не подошел старый пердун. Нет, никого нет, я уж перепугался. А, места нет. Так я ж кассету. Да ну чтоб тебя. Все еще тут сидит эта старая корга. Так, ну... Раздобудьте дробовик. Так, тут больше ничего интересного нет. Да, ничего интересного нет. Есть вот этот вот маятник.
И одна голова пса, надо от нее избавиться тоже. И в зал сходить за маятник, ну, маятник поесть. Так, ради интереса надо перед этим сходить в гараж и посмотреть, старпёр там еще лежит или нет. Ага. Трупа нет. Ну все. Приплыли. Ожил старый пердун. Старый хрыч ожил. Туш, чтоб тебе. Еще одна голова. Окей. Надо добыть еще одну голову. И этот... Как его? Дробовик. Он еще понадобится. Это Зоя, наверное. Видите, он зачеркнут. Ну, я предполагаю, что это Зоя. Так, еще одна голова осталась. Где ее искать? Мне нужен ключ. Эй, карга, ты знаешь, где ключ находится? Алло. Старая карга ничего не ответит. Понятно. Патроны для дробовика есть. Старый вон дробовик и какая-то чашка или что-то типа того. Утюг, интересно, они выключили? А то он там лежит. Кто его знает? Может, я тут все же что-то да пропустил. Ванная как ванная. Капает что-то непонятная кровь. А, во! Деревянная стат... Вот. Господи, как же все это отвратительно. Да, согласен. О! What the fuck? Ты дал дуру и трав на мундык ставардумутра. Так, это у него чё? Суперсовременный валик? Спасибо, не надо. Оставьте при себе. Все, можно валить отсюда. Там карга. Все, уже испарилась. Ага, надо быстрее действовать.
Кроме если он не очухался. Вроде дверь там открылась. Вот так вот. Ага, я не понял, вот так вот. Ну, типа, более-менее сгодится. Отлично. Кто построил эту хрень? Да-да-да. Что же нас может там ждать? Воу. Какой-то чердачок. Травка тут сбоку растет. Ух ты ж. Это в холодильнике? Чтоб тебя. Психостимуляторы. А что они вообще делают? Используются психостимуляторы, чтобы найти предметы. Я понял. Типа такой препарат временно обостряет чувства, чтобы позволять быстрее находить скрытый предмет. Понятно. А, у меня улучшенные патроны. Или нет, обычные. Харе тут головой махать. Так, а тут ворон нужен. Ну не зря тут психостимуляторы лежат. Значит, надо их использовать. Тихо, блин, стимуляторы. Потайных ходов нет. Ты шо ж нас тут в холодильнике стучало? А, эбоксидная краска. Ну давайте, бахнем. Это за стенкой. Ага. Как тут всего этого так много? На втором этаже что-то там есть. А ну-ка, пока не сработает, или где она там? Мне стрёмно. Так, я тут все обыскал, да? Кроме вот той двери. Я чисто случайно открыл. И что, больше ничего нет? На какое-то время действуют психостимуляторы. 14 июня. Отдыхающие муж и жена. Муж — это успех. Он 12-й по счету. К сожалению, жена не пригодилась, так что придется от нее избавиться. 7 июля.
три студентки. Они протухли. Придурок Лукас все испоганил. 13 августа. Бездомное обращение заняло 3 дня. Он 13-й по счету. Тут всякое могло и быть еще. Может, что-нибудь профукал. Надо. Это вот это обращенный, наверное. Фонарика жалко нет. За хрень. Это надо весь дом зачистить, а потом вьюзнуть и просто пробежаться. А, это вот этот выход. Я так понял, да. Пробежаться по дому, найти все маломальские схроны. Ну, понятно, мне вниз. Это что? Это просто растение тут засохло. Завяло. А, что-то вроде... Не вроде, а сейф. Еще один. Дорогая Кортни, эти сволочи ищут меня, но, возможно, ты так сможешь выбраться отсюда. Ищи барельефы в виде собачьих голов. Одну из голов я видел в секционной в подвале. Возьми ее. Это ключ к свободе. Понятненько. Все, спасибо еще раз за просмотр и до следующих встреч. Пока-пока.